Короче, и всем привет, с вами я, Алекс Носочков, и в этом видеоролике я буду играть за снайпера в игру. Итак, нажимаем склад, и сейчас я выберу вот это вот оружие. У меня осталось 5 часов. Это оружие Macmillan CS5 Magma. Я ее получил вчера, так что вот у меня осталось 5 часов, и я решил сыграть на сервере. Вот у меня такой ранг, кто не видел, это мой второй аккаунт, на котором я играю в Warface. И сегодня мы поиграем. Так, в общем, сейчас заходится на сервер. Надо все это как бы сделать сразу. Я не знаю, что из этого получится, но я считаю, то, что за 6 раундов эта пушка должна что-то показать очень крутое. Я тащу на блиц-картах за штурмовика. Как вы знаете, на втором аккаунте я играю только на стандартных снаряжениях и оружиях. То есть я не играю на каких-то крутых оружиях. У меня все куплено, все вот скины, все куплено у меня уже. Но я этим не пользуюсь, потому что, ну, нафиг мне это надо, потому что я хочу попробовать научиться играть на стандартных оружиях. И сегодня мы это попробуем сделать. Итак, сейчас я коннектюсь с сервером. Что же для меня приготовила сегодня игра? И затащу ли я с этой магмы? Напоминаю, что я это оружие получил вчера, когда играл в сложную вулкан. Как вы знаете, вулкан — это миссия, спецзадание в Warface. Там турели всякие, ну вы знаете, наверное, где нужно там дойти до главного босса, уничтожь его. И я это сделал, и, в общем, вот такая вот пушка. Кто не видел, кто не знает, вот такая вот пушка. На нее можно что-то еще поставить. Вот такие вот обновления для этой пушки есть. Так что советую ее брать, если у вас она есть. А мы сейчас попробуем поиграть с ней. Так, вроде игра не лагает, поэтому давайте попробую поиграть сейчас. Как-нибудь. Не получилось. Вот, не получилось, ребят, не получилось. Но это реально очень крутая пушка, она убивает с первого раза, стреляя вы не знаю куда. Ну, просто, если вы даже стреляете в хедшот или не в хедшот, все равно эта штука убивает любого игрока, даже джаггернаута, ну, конечно, не с первого выстрела джаггернаута. Но если вы в него постреляете, пока он перезаряжается, ну, раза три, когда он три раза перезарядится, то вы его победите. Я уже пробовал так делать. У меня это получилось. Ну, хотя я его там не один убивал, а нас было пятеро в команде. И мы играли в сложную миссию. Не помню название, но ладно. В общем, я решил затащить с этой пушки. Я не знаю, затащу ли я или нет, но может даже, если не открою одну коробку, но это уже, я не знаю, возможно, взорвалось. Ну ладно. Ну всегда так со мной, потому что всегда проигрываем. В общем, эта пушка вот так вот выглядит. Вот она как-то блестит странно. Вот. То есть вот она. Она реально очень круто выглядит, и она чем-то похожа на оружие за 1000 корон. Да твою ж мать. Давай-ка. Чувак. Yes! Нокдаун. 6 патрон. Yes! Я его убил. Yes, я отомстил ему. Так. То есть эта штука делается, если вы стреляете куда-нибудь в броню, в бронежилет, то получается, что вы ему делаете нокдаун, он просто валяется, как от щитоносца удар. Да, меня взорвали, потому что, ну, Я не посмотрел, да. Что там была мина. Да. Так. Ну, сразу понятно, что пушка очень даже крутая, ее можно получить сразу. Она выпадается рандомно. Мне какие-то маски на час еще выпадали, но они мне как-то не нужны. И про них видео я не хочу делать. Мне вот отдельно понравилась вот эта пушка, потому что она такой мощности, то что, ну, реально она крутая. То что с ней играть любой, наверное, игрок захочет, потому что это реально какая-то крутая штука, с которой интересно играть. Так, беру я.
эту штуку. Ну, то есть, и отсюда. Как я не мог попасть? Так. Тихо. Нет его, нету. Граната! Так, перезарядка, ладно. Чел. Тихо. Да где он? Yes! Второй раз отомстил. Вот тебе так-то. Так. Вперед. Там нет никого. Но есть эта штука. Где ты? Так. Yes! Нокдаун. Yes! Ну, хэдшот, да. Тоже круто. Так, нас осталось двое. Так, я должен успеть. Ну, нормально. Играется с этой пушкой. Даже бы если мы не успели разминировать бомбу, но все равно это круто бы получилось, потому что пушка реально очень крутая. Видите, как она стреляет? Потому что она реально очень круто стреляет. Я впервые вижу такую пушку, которая вот так вот стреляет круто. Даже такой в CSGO нету. Которая с первого раза убивает. Хотя нет, это АВП. Но это что-то круче, чем АВП. Вы только посмотрите вот. Что это? Что это? Вы только посмотрите, как она круто убивает этих игроков. Это что-то прям охрененное. Ребят, вы только посмотрите. Твою мать, их там дофига. Так, нокдаун. Твою мать. Фу. Ладно. Пока что идет все нормально. Погнали. Ну, победили, да, мы. То есть видно то, что пушка реально крутая, так я это уже говорил, третий раунд, наверное. Ну, потому что реально такую пушку я нигде не видел. Вот специальная такая реклама. Специально проходите именно вулкан на сложном, потом пытайтесь пройти, потому что это реально что-то крутое. Это такой пушки ни у кого нету, и вы смотрите, как можете спокойно убивать врагов. То есть, никакой сложности здесь не будет. Конечно, сложности немного тут есть. Перезарядка немного долгая, ну ладно, это как бы на любителя только. Так. Так. Убийство. Хэдшот, ребят, вы заметьте, эта штука пытается как-то стрелять все-таки в хэдшот. То есть, как бы вы ни старались, она пытается все в хэдшот стрелять. Так что вы можете почувствовать себя профессионалом. Если у вас еще есть элитные перчатки, то будет еще веселее, наверное, играть, потому что тогда вы станете суперпрофессионалом, вы станете проще, перезарядка у вас будет, ну и сама стрельба. Ну что ж, у нас тут еще сколько раундов. Ну, смотря, кто выиграет. Да даже если они выиграют враги, то мне как-то все равно, потому что я уже сегодняшнюю награду взял, и как бы, ну, то, что я сейчас прохожу, это, ну, просто я рекламирую эту пушку. Потому что я впервые, я вам сказал, эта пушка просто самая лучшая во всем Warface. Может, есть что-то круче, ну, ладно, пусть он меня убил, ну, ладно. Это реально что-то крутое. Я такое вижу в первый раз, чтобы такая пушка стрелялась. Да, я видел мало пушек. Ну, хотя да, я играл, вот у меня 80-й левел есть. Я видел почти все пушки, но не все пушки в Warface. Потому что, ну нафига мне брать все пушки? Так, нам нужно защитить бомбу, я так понял. Или что нам надо сделать? Ну, нормально. То есть стреляется. Так, что я еще могу рассказать об этой пушке? Так это на нее офигеть. На нее сразу несколько прицелов идет. Блин! Как так? Ну ладно. Давай. Резай, давай. Давай, чел, пожалуйста. Чел, я бегу, убегаю нафиг отсюда.
Давай, спасибо тебе. Круто. Так. Там кто-то тоже стреляет? Видимо, не один я такой. Нет. Точнее, не с такой пушкой, а с такой крутой пушкой. Нет, туда не пойду. Я сюда пойду. Так. Извиняюсь, команда. Да кто там палит-то? Ну, ладно, я не успел. Я мало кого убил. Всего 7 врагов. Но это тоже круто, это тоже нормально. И то, что меня сейчас убьют, это уже как-то, ну, тоже нормально. Так. Потихонечку. Так, тихо. Иду. Так. Блин, а если бы в меня стреляли? Чел, ты вообще думаешь, не? То, что меня могли, ну, ладно, убить, но... Тебя могли убить, ты же мед. Медик, блин. Так, ладно. Ладно. Где враги? Ладно, все. Мы победили. Я не вошел в пятерку таких лучших. Я на шестом месте. Но я потому что играл снайпером. И как бы я... Ну, не старался так играть. Тащить. Как бы я просто рекламировал сегодня эту крутую пушку. Снайперскую. Это реальная крутая пушка. Советую вам с ней поиграть. Ну и что ж, наверное, мне сейчас выпадет все-таки кейс и 555 опыта, круто. Так, ладно. И сейчас я должен открыть одну коробку. Сегодня я буду открывать не Дигл. Я буду открывать АК-47. Надеюсь, у меня там будет. Да, у меня нет. Есть. Так, я сейчас открою АК-47. Так, да. Коробку с АК-47, вот она. Я ее сейчас куплю, наверное, нет? Так, еще один метод, вообще, как получить АК-47, это вот так долго там что-то делать, крутить, что-то делать, пытаться нажимать на... Нажимаете на эту штуку, типа что-то ищете, сильная вот отдача в этой штуке есть. Так, и открываете коробку. И нам выпадает, и нифига нам не выпадает. То есть, или у меня такой аккаунт непонятный, или что-то мне как-то, ну, не везет что-то мне. Ну, в общем, всем спасибо за просмотр. С вами был я, Александр Сучков. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал Нубас, и всем пока.